Да нет, что? Ну что, поехали? Привет всем! Вот уже месяц мы сидим в этой монтажной студии, занимаемся тем, что делаем нам наше новое видео в DVD-формате. Уже совершенно обалдели, не знаем, что получится в результате, но на сегодняшний день нам все дико нравится, и мы очень довольны. Это первое наше концертное видео в новом, наверное, обновленном составе с новым вокалистом. Это очень важная для нас работа, потому что все в первый раз. Концерт, который проходил 18 ноября 2003 года в Лужниках, ну, своего рода уникальный. У нас не было никогда такого шоу. Я даже думаю, что и музыканты нашей группы с удовольствием посмотрят то, что происходило за их спиной, потому что шоу такого масштаба невозможно, скажем, возить по стране, репетировать или повторить несколько раз подряд. Многое, что здесь происходило, было сделано один раз специально для этого случая. А поскольку мы в этот момент играли, мы не видели то, что происходит, мы не понимали всю картину, поэтому мы с таким же удовольствием, как все наши поклонники, будем смотреть на экран. Да, во всяком случае, сейчас нам это очень интересно. Мы даже не ожидали, что там столько всего творилось. Были, конечно, на концерте очень смешные случаи. Например, во второй песне, которая называется «Битва», вторая в концерте, с потолка должен был опускаться спецназ, значит, в камуфляже с автоматами в руках. В смысле, герои пятой расы должны были исполнять роль героев пятой расы. И они должны были как бы захватить сцену и всех присутствующих в зале. Но в самый последний момент администрация дворца испугалась все-таки возможной паники и запретила нам. А всю песню музыканты вот стоят на сцене, это на видео очень хорошо видно. Я так тихонечко озираюсь, так жду, когда же сверху попадают десантники. Приходилось во время монтажа монтировать так, чтобы не было ощущения такой скованности. На самом деле это очень все серьезно, и декорации вообще, целиком этот концерт, и экраны, все это так здорово. Лично я не ожидал, что получится так круто. Будем надеяться, что когда-нибудь в дальнейшем мы сможем возить такое шоу по стране. Как ты думаешь, когда-нибудь наступит такое время? Ну, так, по крайней мере, оптимистично сказал. Что здесь сегодня происходит, я, честно говоря, сам не знаю, что здесь происходит. Потому что у меня такая, сложилось такое впечатление, что каждые 15 минут что-то добавляется на сцене. Это меня и пугает. Я думаю, что здесь все практически будет новое. Думаю, что будет все очень здорово, потому что получается три яруса сцены. Это вот первая, вторая, третья, и вот еще за экраном, когда экран будет раздвигаться, там еще третья. Крест висит в середине песни в каком-то соло. Будет опускаться вниз, и я на нем должен, так сказать, его как-то раскачивать, и он будет качаться, и в то же время ребята будут играть соло. Да, страшно. Но я, так сказать, не имею права ошибаться. Навсегда. Идея принадлежит Юрию Соколову, нашему продюсеру. И большинство, так сказать, идей, большинство всяких мизансцен, которые будут на концерте, принадлежат ему. И дело в том, что мы не раз уже, так сказать, использовали то, что он делает, и это всегда работало нормально. Страшные сны, нет никого, кто бы им дал отпор, все здесь давно, против войны. Каждый концерт у нас идет по, ну, то есть не то, что по-новому, а каждый раз по-разному.
Это зависит от настроения. Не знаю, как завтра, как проснемся. Знаю одно, что это очень важно для нас. И важно, что, чтобы мы выступили очень хорошо. И нужно сделать так, как мы это делаем всегда. А это самое сложное.